Паравертебральная блокада при грыже межпозвонкового диска. Определяем четко уровень инъекции. Выщупываем мастистые отростки. Здесь и от остистых отростков на 2 сантиметра в одну и в другую сторону. Первый раствор, который мы используем, это группа из препаратов, куда входит местный анестетик и стероидный противовоспалительный препарат. Медленно вводим иглу, не забывая подтягивать на себя поршень, чтобы не оказаться в каком-либо сосуде. Данную блокаду выполнить очень легко. В принципе, особой болезненности при выполнении данной манипуляции не наблюдается. Показываем мы это все для того, чтобы как можно чаще врачи использовали этот метод. Он очень простой, особых знаний не требует. Большой плюс в том, что пациент не будет мучиться от острой боли. Блокада с добавлением дипроспана. То же самое выполняем с противоположной стороны. Введение четко ощущаем расстояние между поперечными отростками позвонков. Если мы упираемся в поперечный отросток позвонка, значит, потягиваем иглу на себя и входим в пространство между отростками. Все.